когда вот выбивает интернет, ну, короче, растерялся я, простите, пожалуйста. Я начну сначала, потому что меня не было, наверное, слышно. Я надеюсь. А может, было. Накануне. Вы понимаете, накануне чего? Повторяю первый абзац. Мэр Чикаго Лори Лайтфуд анонсировала план по поддержанию порядка в городе на протяжении 10 дней после выборов. Полицейские силы приведены в состояние повышенной готовности. Она боится, что протестов не миновать и что они могут повторить летние. Лично я понимаю, чего она боится. Но вряд ли наших замечательнейших друзей и сограждан, что бомбили дорогие и не очень дорогие магазины этим летом, может спровоцировать на подобный разбой выбор между двумя белыми парнями, к тому же такими пожилыми. Скорее всего, они могут устроить погромы по поводу приближающегося дня благодарения или просто потому, что летом они наворовали летнюю одежду, а сейчас уже зима катит в глаза и пора ее менять. Тем более, что никого из этих мародеров не наказали, практически никого. А не наказан, не научен, как справедливо полагал Иван Грозный. Гуляя давеча с младшим внуком по бывшим индейским раздольям, я наткнулся на знак, который вполне бы мог служить предупреждением переселенцам времен освоения Дикого Запада, но весьма уместен как памятка сегодняшним мирным недотрогам-погромщикам, чьи жизни имеют гораздо большее значение, чем наши с вами. Фото знака я предлагаю сегодня на страничке в Фейсбуке, вы сможете его увидеть. Но для тех, у кого руки до этого не дойдут, для слушателей и зрителей, привожу перевод на русский язык этой таблички. Это недвижимая собственность. Принадлежит морскому пехотинцу Соединенных Штатов, у которого напрочь отсутствует навык ведения переговоров, но который является абсолютным чертом из ада в перестрелке. Если вам здесь нечего делать, пожалуйста, уходите. Считайте данное предупреждение завершенными переговорами. Можете посмотреть, не поленитесь, я выставлю этот снимок. Это объявление появилось здесь вот сравнительно недавно. Это буквально в 5 минутах от того места, где я веду, откуда я веду репортаж. Я думаю, что оно, это объявление, красноречиво и полно свидетельствует о том, что представляет собой наша страна за сутки до президентских выборов 2020 года. И очень надеюсь на завтрашний день. А сегодня Трамп пролетит по маршруту Пенсильвания, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин. Байден чуть поскромнее, вдвое, тоже Пенсильванию, ну, потому что они едут в Пенсильванию, потому что на кону 20 голосов из 270 выборщиков, это очень важный штат, и Огайо, в двух он будет, наш штат, Иллинойс, кандидаты не посещают, и это естественно, в этом нет абсолютно ни малейшего смысла. Тем не менее, я вновь призываю вас, тех, кто пожил при социализме и больше не хочет этого, заявите об этом своим голосом, пожалуйста. Не думайте о том, покажем им немножечко, что хотя бы этот процент, который против основной массы, растет. Сегодня делал, по совету замечательного доктора Бориса Гуревича, сделал себе прививку от гриппа. Поэтому это заняло утром какое-то время, я не успел подготовиться. А потом я вспомнил, слушайте, мы же по понедельникам так и так, по традиции, из запасников я кое-что достаю и читаю вам рассказ. Тем более, от чего там, завтра выборы, что париться. Давайте послушайте рассказ, я думаю, что он достаточно забавный и вам будет не скучно ближайшие 7-8 минут. Рассказ называется «Рояль». В принципе, это очень старый рассказ. Я его написал реально, по-моему, еще газету не стало, а газете скоро 30 лет. Да, по-моему, это было до газеты. Рояль. Раньше Лешка не был таким беспокойным. Но когда Гале наконец удалось убедить его в том, что он хочет уехать,
В Лёшке проснулся прадедушка. Этот прадедушка когда-то поцеловал молодую жену, погладил ее по заметно округлившемуся животу и поехал на заработки. Он присылал открытки из Варшавы, Бухареста, Праги, Женевы, Брюсселя, Марселя и Саутгемптона. В открытках он кратко описывал города, интересовался, как поживает дочка, заверял жену в вечной, негасимой любви и скором своем возвращении. В начале 1902 года прадедушка на некоторое время замолк, но потом пошли открытки из Америки. Судя по почтовым штемпелям, а все открытки Лешина прабабушка аккуратно сохранила и передана Лешиной бабушке, он целеустремленно искал хорошую работу, сохраняя когда-то выбранное западное направление движения. Бостон, Нью-Йорк, Баффало, Кливленд, Детройт, Чикаго, Канзас-Сити. Открытка из Сан-Франциско была 29-м и последним известием от Григория Кона. Его правнук впоследствии выдвигал следующие версии исчезновения предка. Он так и не нашел работы, ему стало стыдно, он спрыгнул с моста в Золотые ворота. Он нашел работу, но платили мало, и у него не было возможности купить открытку. Не говоря уже об обратном билете. Он продолжил свое кругосветное путешествие и был потоплен ураганом Люси в Тихом океане. Он нашел не только работу, это все версии, не только работу, но и другую жену. Последняя версия представлялась Леше наиболее правдоподобной, причем он подозревал, что это случилось еще до отъезда дедушки, прадедушки с Рижского вокзала. Если бы Галя знала, что прадедушка проснется в Леше, она бы, думаю, не стала бы ждать мужа в необходимости последовать примеру Кадышевичей и Златопольских и немедленно мигрировать в Соединенные Штаты. Но Галя этого не знала и выпустила джина из бутылки. За 12 лет, что прошли с момента их отъезда, они только в Америке сменили 8 городов. Я не считаю Италии, где Леша сначала не нравилась, в Риме, потом в Осте и, наконец, в Ладисполе. В прошлом году мы встречали Новый год в Лейк-Тахо. Днем Лешка в дорогом костюме осторожно спускался с гор, а вечером хватал гитару и кричал: «Помните? Поспели вишни в саду у дяди Вани!» Галя призналась моей жене, что боится распаковываться. Как только ей начинает казаться, что из Лешки улетучился дух беглого кона, он начинает собираться в дорогу. Правда, каждый раз условия становятся все лучше. Лешка отличный тренер по фигурному катанию, Галя бывшая гимнастка и замечательный хореограф, и они в Америке нарасхват. «Пора школу открывать», — рассуждала Галя. «Разве с ним можно что-то планировать?» «Поговорите с папой», — попросил меня их сын Димка. «Надоело таскать вещи, он категорически отказывается от грузчиков. И вы же знаете, у нас рояль». Приехав в Чикаго, Лешкина семья с неделю жила у нас. Лешка бродил в окрестностях улицы Диван в поисках подходящего жилья. Я не торопил его, но Леша ужасно желал поскорее заказать клеющуюся этикетку собственным адресом, наклеить ее на конверт и отослать кому-нибудь. На это тоже было проявлением прадедушкиной генетики. На 9-й день своей американской жизни Леша вернулся к вечеру полностью счастливым. Он потащил нас смотреть апартаменты. 3 комнатки располагались на 3-м этаже 3-этажного дома. «Летом под крышей будет жарко», — сказал я. «Замечательно», — сказал Леша. «Я так продрог в той жизни». В единственную спальню Леша прописал свою бабушку. Я помню эту потрясающую женщину собственного детства. Она курила папиросы и постоянно прощалась с нами. «Какой хороший сегодня день», — говорила Лешина мама, подогревая вкусные блинчики для нас в ту пору 8-летних. «Жаль, что не дожить мне до вечера», — откликалась бабушка. «Давления совсем нет. Сердце дорабатывает по инерции». «Как вы себя чувствуете?» – вежливо спрашивал я на 16-летие друга. Ответом служил печальный вздох, означавший горькое недоумение бабушки по поводу моей беспросветной глупости. «Ну разве не видно, что до последнего вздоха человеку осталось всего ничего?» Первую Лешкину свадьбу бабушка чуть не испортила, мастерски разыграв сцену падения в обморок. Во время второй свадьбы я стоял рядом с ней и поддерживал на всякий случай. Когда Лешка стал расписываться в брачных ведомостях, она доверительно прошептала: «Саша, вот и пульса нет».
Однако, несмотря на наличие у бабушки неизлечимых недугов, она продолжала курить папиросы, смотреть передачу «Служу Советскому Союзу», пить кефир и вообще жить. Леша рассказывал, что когда бабушка узнала о предстоящем отъезде, она улыбнулась и промолвила: «О, вот этого мне уже и не вынести, и слава Богу». Впрочем, она доблестно держалась в Австрии, в Италии, превосходно перенеся длительный перелет через океан. Она прибыла в Чикаго и, едва завидя меня в аэропорту, сказала: «Вот, приехала помирать на чужбину». Короче, бабушка была расселена в спальне и тут же приступила к своему обычному занятию. Закурила папиросу и стала дожидаться смерти. Маму и дочку они расселили во второй комнате, сами расположились в третьей, а Димка на раскладушке устроился на кухне. Через 4 месяца к ним пришел багаж. Он состоял в основном из предметов бабушкиного туалета. Кроме этого, прибыл рояль. Поскольку в этой семье только бабушка и Леша могли похвастаться музыкальным слухом, было ясно, что именно она настояла взять с собой инструмент, втайне надеясь, что, почувствовав приближение смерти, она сумеет сыграть фрагмент из любимой волшебной флейты. Как-то Леша пришел ко мне грустный. Ну, я знал, что с бабушкой ничего не может случиться, поэтому не стал задавать никаких вопросов. «Старик», — начал он, — «ты знаешь, что я интернационалист, да? Но я не могу больше жить в этом аромате Ганга. С моими соседями что-то случилось». Дело было на диване. «Они все время готовят национальные блюда. Это невыносимо. Вдобавок еще жара. Словом, я решил переезжать. Как ты на это смотришь?» Я смотрел на это положительно. Потом я вспомнил о рояле и посмотрел на это отрицательно. «Ты потеряешь денежный залог», — сказал я. «Я уже договорился», — сказал он. «И даже нашел другую квартиру. За 2 года своей чикагской одиссеи Леша сменил 4 квартиры. Сначала он метнулся в скоки, но вскоре вернулся на диван, откуда 10-мильно шагнул Виллинг. Рояль они таскали за собой. Нет, вообще, вернее, таскали-то его мы, проклиная мастеров, век назад изготовивших его из особо тяжелых пород дерева. К обычным трудностям американской жизни добавилась еще одна. Обычно тихо умиравшая бабушка, привезенная в Виллинг, неожиданно взбунтовалась. «Папиросы не шлют», — жаловалась она мне. «Скукотища! Ни одной передачи на русском. Показывают чепуху какую-то. Днями никого не бывает, людей на улице нет. Телефон вот, сам Лешкиным голосом разговаривает. Пугают они меня. Хочу жить как человек». Последняя фраза меня поразила. Сколько себя помню, бабушка всегда мечтала о смерти, а тут захотела жить. Лешка посоветовался с Галей, они собрали кое-чего, нашли каких-то людей, которым это кое-чего передали. И вскоре бабушка получила отдельную квартирку в хорошем многоэтажном русском недорогом замечательном доме, в котором жили другие русские бабушки. Леша счел нужным сообщить об этом на дне рождения моей жены. «Переезжает, значит», — уточнил я тускло. «Какой этаж?» 10-й, сказал Леша. «Когда?» «Через неделю». «О, черт!» — воскликнул Боря, врач. «Как жаль, что я не сумею помочь. Я уезжаю в командировку». «Какая командировка?» — спросила Боря его жена. «Ты гинеколог». «Симпозиум», — сказал Боря и покраснел. «Что?» — переспросила его жена. «Потом», — сказал Боря. Остальные члены нашей компании тоже посетовали на то, что как раз на следующие выходные они еще 3 года назад были приглашены на рождение дочки, двоюродной сестры из Львова. «Хорошо, мы перенесем переезд на неделю», — невозмутимо сказал Леша. «Со всей осторожностью, со всей возможной осторожностью мы засунули рояль в грузовичок. Нас было 7. Леша вышел на порог и крикнул, чтобы мы посадили бабушку в кабину, а сами ехали в кузове, и что как только он догрузит бабушкины вещи в свою машину, то немедленно покатит вслед за нами. Боря, не поехавший без симпозиума, естественно, подхватил бабушку, упаковал ее в кабину, крепко пристегнул ремнем. Бабушка посмотрела на него ласково и сказала: «Что-то дыхания нету». «А это лето на дворе, бабушка», — мстительно сказал Боря, и мы поехали. Бабушку несколько раз возили смотреть квартирку, и она сразу же узнала свой дом, подъезд. Боря стал высаживать бабушку, а я пошел убеждаться в том, что грузовой лифт бабушкиного дома слишком мал для его чертового рояля.
убедившись, я стал прикидывать, каким образом мы поднимем инструмент на 10-й этаж. Сложные расчеты показали, что теоретически это возможно. Когда я вернулся, Боря уговаривал бабушку срочно поменять рояль на пианино и соглашался взять заботы на себя. «Прости, Господи, вот дурак какой!» – миролюбиво сказала о Боре бабушке, обращаясь к черному человеку, сидевшему за стойкой. Черный человек согласно кивнул. «Где Леша?» – раздраженно спросил Боря. «Сейчас приедет. Начнем без него, а то до темноты не управимся». И мы понесли. Бабушка семенила сзади, действуя нам на нервы, рассказами о ценности рояля и меткими характеристиками тех, кто когда-то нажимал на его прохладные матовые клавиши. Через час, пребывая между третьим и четвертым этажами, мы вспомнили о Лёше. «Сволочь он все-таки», – проникновенно сказал Боря. Еще через час мы были у окна седьмого этажа. Мы обливались потом, изнывали от духоты, но все же, не сговариваясь, инстинктивно ринулись к окну, очевидно, чтобы глотнуть свежего, влажного, горячего воздуха. И в этот момент во дворе бабушкиного дома появилась Лёшкина машина. Лёша захлопнул дверь и стал озираться. «Мы здесь, Шумахер!» – крикнули мы. «Где ты умудрился застрять?» «Да пока все собрали», – ответил он. «А что вы там делаете?» «Да мы, Лёшенька, тут одну вещицу носим». «Но бабушка будет жить в этом доме». И Лёша указал рукой на такую же коричневую коробку, стоявшую по соседству с нашей. Воцарилось молчание. А потом мы услышали, как отставшая напролет бабушка сказала: «А вот Абрам Львович Вивальди обожал. Бывает, сядь за клавиатуру и скажет: что-то у тебя, Диночка, вторая октава расстроена». Не подумайте плохого. Лёшина бабушка умерла естественной смертью лет через 5, наверное, после описываемых событий. На похоронах под зонтами топталось человек 50. Дождик без особого усердия гасил нежелавший остывать сентябрь. Лёшка прилетел на похороны, кажется, из Солт-Лейк-Сити. Будьте здоровы, завтра выборы, голосуйте правильно, как хотите. Меня зовут Александр Этман. До завтра! Будем надеяться, что и интернет дадут.